Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Are you really there? Yes, I'm here, Guru Maharaj. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me okay? Yes. Okay, so can we begin? Yes, please. Just a minute, what happened to my text here? Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, Purusha Shukta confirmed, text number 31, 30, right? Yes. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава шестая, текст 30. Меня хорошо сейчас слышно? Там было сообщение, что плохо слышно. Отлично слышно. Спасибо. I will read the Sanskrit. Tatasya manavakale ichare rishayopare pitaro vibhuda daitya manushya kratubir vibhum. Right, you want to read the word meaning, Madhurya Lila, or will we just read the translation and the purport? Should I, Ramraj? Yeah, you can read the word meaning. Пословный перевод. Татах после этого. Ча также. Манавах ману, отцы человечества. Кале должный срок. Виджире совершили поклонение. Ришаях великие мудрецы. Апаре другие. Питарах предки. Вибудхах знатоки вед. Даитьях великие преданные полубогов. Манушьях людской род. Кратубих Вибхум – совершением жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа. Вот. Затем, дабы удовлетворить Верховного Господа, жертвоприношение совершили Ману, прародители человечества, великие мудрецы, знатоки вед, дайте. Комментарий. Дайте – это те, кто поклоняется полубогам, рассчитывая получить от них всевозможные материальные блага. Преданных Господа называют эко-нишхами, значит, полностью отдавшие себя преданному служению Господу. Поэтому у преданных практически не остается времени на поиски материальных благ. Они осознали свою духовную природу, и потому их больше интересует духовное раскрепощение, нежели материальное удобство. Кришна. Yeah, go ahead. Next verse. Oh, you read the purport? Yes, it's very short. Oh, yeah, okay.
Okay, so second canto, we're hearing Lord Brahma describe about the creation. Итак, в этой главе второй песни мы слушаем о том, как Господь Брахма описывает творение. So the main point in this verse, we hear about how all the different groups of persons in the world, they were engaged in performing sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. Основная мысль этого стиха в том, как различные группы личностей собрались для того, чтобы совершить жертвоприношение ради удовлетворения Верховного Господа. And even the daityas, who are not devotees of the Supreme Lord, but who are devotees of the demigods, they're also engaged in performing sacrifices. Даже дайте, которые не являются преданными Верховного Господа, которые поклоняются полубогам, даже они приняли участие в жертвоприношении. So Prabhupada points out the difference between someone like the daityas and the devotees. И Шрила Прабхупада в комментарии описывает разницу между дайтями и преданными. There are generally two classes of people. There are the demons and the devotees. Обычно идет деление на два класса людей. Это преданные и демоны. So the demons are also, they're called daityas, and generally they're all devotees of the demigods because they know they can get material facility, material benefits easily from the demigods. Дайтями также называют демонов, которые в большинстве своем поклоняются полубогам, поскольку поклонение полубогам дает очень быстрые плоды. They get results very quickly by worshipping demigods. Поклоняясь полубогам, они очень быстро достигают результата своего поклонения. But in contrast, the devotees, those who are devotees, they will worship the Supreme Lord, and they only want spiritual benefit. И в противовес этому преданные поклоняются только Верховному Господу, и от своего поклонения они хотят только духовного блага. Prabhupada says in the purport how the devotees are so busy with their spiritual life that they have no interest, they have no concern about their material position. В комментарии Шрила Прабхупада упоминает, что преданные настолько заняты служением, что у них не остается интереса к улучшению своего материального положения. Их не заботит это. So there is the nature of genuine spiritual life that the person will be very absorbed in working, performing activities for the pleasure of the Supreme Lord. И таков признак духовной жизни, что преданный очень занят служением. I'm sorry, Guru Maharaj, I lost the second part. They simply want to perform activities for the pleasure of the Supreme Lord. Преданные хотят заниматься только деятельностью, направленной на удовлетворение Верховного Господа. So Prabhupada says how devotees, they've
understood their spiritual identity. They've understood that they're not the body, that they're a spirit soul. И Шрила Прабхупада говорит, что преданные — это те, кто осознал свою духовную природу, те, кто осознал, что они не тело, а духовная душа. Knowing oneself to be a spirit soul, one will work simply for the pleasure of the Supreme Spirit. Когда человек понял, что он духовная душа, он будет трудиться только с целью удовлетворить Верховный Дух, Верховного Господа. And the work which they perform will be the sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. И какой же работой они будут заниматься? Они будут совершать жертвоприношение ради удовлетворения Верховного Господа. This is explained in the Bhagavad Gita in chapter 3. Yagnartha karmananyatra lokoyam karma bandana tadartam karma konteya mukta sangha samacharam. Lord Krishna is telling Arjuna that work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Это объяснено в третьей главе Бхагавадгиты, где Кришна говорит Арджуне, что любую деятельность нужно совершать как жертвоприношение Вишну. So we have all living entities are meant to work for the pleasure of the Supreme Lord Vishnu. And offer the results of the work are meant for his pleasure. Предназначение живых существ — это работать ради удовлетворения Господа Вишну, и результаты их деятельности также принадлежат Господу. Of course, in the Kali Yuga, performing sacrifice means to actually perform sankirtan. That is the real sacrifice in the Kali Yuga. The chanting of the holy name. Конечно, для Кали-юги методом жертвоприношения является санкиртана-яги, совместное воспевание святых имен. Именно это в Кали-югу является рекомендованным способом жертвоприношения. Chaitanya Charitamrita says, Kali-yuga dharma harinam sankirtan, Krishna shakti vininahi tara pravartan. That in the Kali Yuga, the process of sacrifice, of yajna, is to perform sankirtan. And one should be empowered with Krishna Shakti to properly propagate this. В читании Чаритамрити говорится, что рекомендованный метод жертвоприношения для Кали-юги — это санкиртана-яги, и тот, кто проводит эту ягью, должен быть наделен полномочиями от Господа. So we're meant to do sacrifice to please the Lord. Итак, наше предназначение — совершать жертвоприношение ради удовлетворения Господа. Srila Prabhupada writes in the purport how the devotees are ekanishta. They're completely fixed in the mood of performing devotional service for the pleasure of the Lord. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что преданных Господа называют эканишхами. Это означает те, кто полностью утвердился в настроении преданного служения ради удовлетворения Господа. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Vayavasayatmika buddhi ekeha kura nandana bahushaka hyanantascha buddhayo vayavasayinam. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. В Бхагавадгите говорится, что те, кто вступил на этот путь, есть у кого-нибудь цитата, как точно звучит? Тверды в своем решении. It's a very, it's an, yes? You know the verse in the Bhagavad Gita? I just wanted to find how it sounds in Russian translation.
Преданные, может быть, у кого-то есть под рукой этот стих Вьявасатмика Будхих, как он точно звучит? I think it's 241 or something. Okay, just a second. Один в Евасетника Будхир нужен санскрит А или вот что, перевод? я нашла сейчас, одну секунду, я уже нашла. Да. Идущие этим путем решительны и целеустремленны, и у них одна цель. О, потом укуру многоветвист разум тех, кто нерешителен. So then Lord Krishna said, Bahushakahyanantascha Buddhayovasainam. Those who the intelligence of those who are irresolute is many branched. Многоветвист разум тех, кто нерешителен. In other words, people who have many material desires, they will be having one desire after another. There'll be no end to their material desires. Иными словами, те, у кого много материальных желаний, материальным желанием не будет конца. Материальные желания всегда будут возникать одно за другим. But the devotees, they're fixed. They know what they want. They just simply want devotional service. They don't want anything else. Но преданные твердо знают, чего они хотят, и они хотят только одного — преданного служения. Больше им ничего не нужно. As Prabhupada says in the purport, they won't waste their time trying to get material facilities. Как Шрила Прабхупада здесь пишет в комментарии, что у преданных практически преданные не хотят даже тратить время на поиски материальных благ. Because they know material facilities are temporary. They're finished with the body. Поскольку они знают, что материальные удобства временные, и их действие заканчивается со смертью тела. And the devotee would rather use his time and energy to get spiritual benefit, which would be eternal benefit for him. И преданные предпочитают тратить силы и время на приобретение духовных благ, которые останутся с ними вечно. So those people who are like the daityas, they just simply want to make the body comfortable. They like to have luxuries. They like to enjoy comfort, but it's all temporary. Итак, люди, которые здесь упомянуты как дайти, они заботятся только о телесном комфорте, они хотят копить богатство, обеспечивать максимально себе комфортную жизнь, но это все временно. But the devotees are so absorbed in wanting to please Krishna. They don't think about temporary benefits. Но преданные настолько поглощены служением Кришне, что они не думают о материальных благах. So sacrifice is something which can never be given up. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes acts of sacrifice. Charity and austerity should never be given up. Итак, жертвоприношение, а также благотворительность и аскеза, как описывает Господь Кришна в Бхагавад-гите, никогда не должны прекращаться, останавливаться. But it's important to check the quality of the sacrifice. Sacrifice could be done in passion, can be done in ignorance. It can also be done in goodness. Но также важно проверить качество жертвоприношения, поскольку жертвоприношения могут совершаться как в благости, так и в страсти, так и в невежестве. Devotee wants to perform sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord. That is the
That is the transcendental sacrifice. А преданные хотят проводить жертвоприношения ради удовлетворения Верховного Господа, и такие жертвоприношения называются трансцендентными. In order to do that, we have to take part in the Yuga Dharma, in the Sankirtan, the chanting of the holy names. И чтобы поучаствовать в таком жертвоприношении, нам нужно участвовать в санкиртана-яге, совместном воспевании святых имен. In the Srimad Bhagavatam, Karabajana Muni is describing the incarnations of the Lord in each age. В Шримад-Бхагаватам Карабаджана Муни перечисляет инкарнации воплощения Господа для разных эпох. So in each age the Lord comes different colors. In the Kali Yuga he comes in a color which is not blackish. В разные эпохи Господь приходит с разным цветом кожи. И в Кали-югу он пришел с цветом кожи не черным, не темным. In the Satya-yuga, he comes in a white color. В Сати-югу он является в форме белого цвета. In the Трета-юга, he will come in the golden color. В Трета-югу. No, Трета, let's see. Treta Yuga, yeah, he will come in the red color, in the white color in the Satya Yuga and red color in the Treta Yuga. В Сати Югу он приходит в форме белого цвета, в Трета Югу в форме с цветом кожи красного, красным цветом. And then in the Dwapara Yuga he comes in the blackish color. В Двапара-югу кожа его темного цвета. And then the amazing thing is that in the Kali-yuga he comes, and although he's Krishna, he's not black, but he's another color. He's taken the golden color, the color of devotional service. И удивительная вещь заключается в том, что когда он приходит в Кали-югу, несмотря на то, что это сам Кришна, цвет его кожи не темный, он принял цвет его кожи золотистого цвета, и это цвет преданного служения. So the devotees of the Lord, they like to use their time for doing things like the Sankirtan, the Harinam Sankirtan. Because that is the Yuga Dharma. И преданным Кришне нравится вкладывать свое время в совершение санкиртана яги, поскольку это Юга Дхарма для этого века. So the devotees are always anxious to get more realization of their spiritual identity. И преданным нравится глубже осознавать свою духовную природу. The more we're attached to the body, the more we waste our time trying to make the body comfortable. Чем больше мы привязаны к телу, тем больше мы тратим время на то, чтобы окружить свое тело комфортными условиями. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Бога Ишварья Прасактанам Тая Парита Четасам Вая Васаятмика Будди Самадона Видиете. In the minds of those who are too much attached to material opulence and to sense gratification, then the determination for the practice of yoga does not take place. Решимость заняться йогой не возникает в умах тех, кто привязан к материальным благам и чувственным наслаждениям. Это в Бхагавад-гите говорится. So a devotee dead is he's conscious about
being too much comfortable in the material world, because he knows it's all temporary, and these comforts can be a distraction from our real purpose, which is spiritual progress. И преданные с большой осторожностью стараются не увеличивать комфортность своей жизни в материальном мире, поскольку он знает, что чрезмерный комфорт будет для него отвлечением от главной цели жизни, которая является служение Господу. So, spiritual, material comfort can be an obstacle to spiritual advancement. Материальный комфорт может быть препятствием на пути духовного прогресса. By performing devotional service, one should automatically acquire knowledge and detachment from the world. В процессе служения у преданного одновременно развивается знание и отречение от материального мира. The example is given just like a person who's hungry. As he goes on eating food, he automatically develops relief from hunger and nourishment and satisfaction. Например, когда голодный человек ест, и в процессе того, как он ест, он чувствует облегчение от голода, насыщение и удовлетворение. So in the same way, a devotee doing bhakti yoga and engaging his acts for the pleasure of the Lord, he should also be developing detachment from the world, along with some transcendental knowledge. И когда преданный занимается бхакти-йогой и совершает какие-то активные действия в преданном служении, он автоматически развивает отрешенность от материальных благ и трансцендентное знание. So the devotees eager to become attached to Krishna more and more, to be more absorbed in thought of Krishna and hearing and chanting and worshipping Krishna. And the more he knows that the more he does that, the less he is attached to the material body. И преданный хочет развивать в себе привязанность к Кришне, к слушанию о нем, к воспеванию его святых имен. И чем больше преданный привязывается к этим аспектам служения, тем меньше становится его привязанность к материальному миру. We have to remember the goal of life. To get out of this material world, not to try to be comfortable in this world, but to get out of it. Мы должны помнить о своей цели жизни, выбраться материального мира, не обеспечить свою комфортную жизнь внутри этого мира, а выбраться из него. Just like the man in jail. He wants to get out of the jail. He doesn't want to just be comfortable in jail. He wants to get out. Например, если человек сидит в тюрьме, он хочет выйти из тюрьмы. Он не хочет окружить себя комфортом в тюрьме. Он хочет выйти из нее. So by performance of yajna, by working for the pleasure of the Lord, then gradually we can become qualified to come out of the material world. И совершая жертвоприношение и работая ради удовлетворения Господа, мы постепенно приобретаем квалификацию, чтобы выйти из этого материального мира. Okay, we'll ask if there's some questions. Есть ли вопросы?
А Хари Кришна, Диа Дивотис, Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж. Дорогие преданные, Хари Кришна и Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Со слава Шри Прабхупаде. Как развить настроение 8 стиха Шикшаштаки? Хари Кришна, Диа Гуру Дев, Диа Дивотис, please accept my humble obeisances, all glories to Шрила Прабхупада. How can we develop the mood of the 8th verse of Шикшаштакам? Well, you have to come through the first 7 verses. Сначала нужно пройти через первые 7 стихов. There's a progression in the Shikshastakam. В Шикшаштаке мы можем наблюдать постепенное развитие. The first 5 verses, first 5 verses, 6 verses, they're all describing sadhana bhakti. And then they explain bhava bhakti, and then the 8th verse is prema bhakti. Первые 5-6 стихов описывают садхана бхакти, 7-й бхава бхакти и 8-й према бхакти. So you want to come to the 8th verse, that's prema bhakti. You have to first go through the other stages. You have to come through sadhana bhakti, develop your sadhana, and then go on to bhava bhakti, and then come to prema. Если вы хотите развить себе настроение 8 стиха Шикшаштаки, который относится к према бхакти, вам нужно перейти к предыдущей стадии. Сначала заниматься садхана бхакти, развить в себе ее, затем перейти на уровень бхава бхакти, и последняя стадия — это уже према бхакти. Mm-hmm. Yes, Guru Maharaj, but sometimes it seems this, this is only a decision to behave like in this verse, in the 8th verse of Shikshashtakam. Sometimes it so happened that you cannot do anything but only think like this. And how to keep such a mood, such the mood of this verse, the mood of this words. Well, the 8th verse is spoken by Srimati Radharani. So you have to come to the highest level of bhakti in order to come to the mood of Radharani. Вы еще на русском повторите? Да, я спросила, как... Ну, иногда бывает, что это кажется единственным выходом, вот такое настроение. И как все-таки вот в нем удержаться? Ответ... Этот стих произнесен Шримати Радхарани, и, соответственно, нам нужно проникнуться настроением Шримати Радхарани. Окей. Окей, Гуру Махарадж, thank you very much. Александр Прабху. Святейшие, дорогие преданные, пожалуйста, примите мой поклон. Скажите, зачем полубоги, хотя они являются преданными, исполняют желания непреданных и даже демонов? Why do demigods, although they are devotees, but still fulfill the desires of non-devotees and even demons? Sorry, I don't get the whole thing. Why do demigods, although they are devotees, but they fulfill the desires of non-devotees and even demons? Why do they do that? Well, the demigods are not pure devotees. Полубоги — это нечистые преданные. And they're prone to be bribed by other people who come and worship them. What? Proud? Huh? Could you repeat it? They get they will take a bribe. They will take something illegally. In other words, when people will worship the demigods, they will accept their worship. Although actually
people should be worshiping the Supreme Lord, the demigods will take some pleasure in being worshipped themselves, and they will fulfill the desires of these materialistic people. Полубоги находят наслаждение в том, что обычные люди поклоняются им, хотя изначально все люди должны поклоняться Верховному Господу, но полубогам нравится поклонение им, и поэтому они исполняют желание. You have to understand, just like in a government office, someone may come to the lower office, the lower placed officer, instead of going to the head officer, he comes to the lower officer and he offers him some money and he said, please give me what I want and I'll pay you more money. So the man in the lower position, he may take the money and he may arrange to do what the man wants, but it's done without the permission of the senior most man. Как, например, в какой-то правительственной организации человек, когда туда приходит с обращением, он может пойти в более вышестоящему чиновнику, но он выбирает пойти к менее нижестоящему чиновнику, дает ему деньги и говорит, сделайте, пожалуйста, вот так, как мне нужно. И, соответственно, этот нижестоящий чиновник, он берет деньги, и то есть выбирает взять эти деньги и помочь этому человеку. So the same way, demigods are like that. They will accept worship and they will fulfill the desires of people who are worshiping them. Although what people are offering, what the worship which they're offering to the demigods, it's actually all meant for the Supreme Lord. Точно так же и полубоги забирают себе эти подношения, которые им предлагают люди в расчете на исполнение желаний, хотя изначально все подношения предназначены для удовлетворения Верховного Господа. So this is the problem with the demigods. That they have material desires, they want to be worshipped, and in return for their worship, they will fulfill the material desires of other people. В этом состоит определенная проблема с полубогами, что у них тоже есть свои материальные желания, и ради удовлетворения этих материальных желаний они исполняют материальные желания людей, которые им поклоняются. Окей. Так, следующий, по-моему, был в чате вопрос. Отличное желание. Хари Кришна Гуру Махарадж. Так, тогда я, наверное, по-русски сначала. Так, вопрос звучит так. Хари Кришна Гуру Махарадж. Кто может легко начать заниматься преданным служением? Благочестивые люди, которые следуют регулирующим принципам уже, или люди в гунах страсти или невежества? Поскольку иногда во время проповеди даже хорошие люди не хотят участвовать в санкиртане, но греховные люди с большим желанием относятся. В этом вопрос. So the question is, Hare Krishna Guru Maharaj, who can easily take up devotional service? The pious people following regulative principles already, or the people in mode of passion or ignorance? Because sometimes during preaching, even the good people do not want to participate in sankirtana, but sinful people appreciate it. Thank you. Yes. Well, it really depends on the devotee. If they get the mercy of a devotee,
then they can come to Krishna consciousness. Здесь... It's not by pious, it's not just because you're pious that you become a devotee. You have to get the mercy of a devotee. Здесь сильно зависит от преданных. Если человек получает милость преданного, то он может заняться преданным служением, поскольку преданное служение не рождается просто из того, что человек благочестивый. Нужно не благочестие, а милость преданного, чтобы начать преданное служение. The people in the mode of passion and ignorance, they can also become devotees if they get the mercy of a devotee. A good devotee, he can pull people out from the mode of passion and ignorance. He can give them Krishna consciousness. Люди в гунах страсти и невежества могут стать преданными по милости преданного. Хороший преданный обладает силой вытащить людей из гуны страсти и невежества, и таким образом, что они тоже становятся преданными по его милости. Mm-hmm. Any more questions? Yes, there are at least two questions. Do you have time, Ramaraj? Yeah. Okay. Так, следующий вопрос тоже, по-моему, в чате раньше возник, и потом Вриндаван Лила Матаджи послушал. Хари Кришна, поклонно примите, пожалуйста, ваше святейшество, спасибо за лекцию. Какие шаги помогут избежать желания удобно устраиваться в этом мире? Хотя знаем, слышим, но сложно избавиться от желания удобно устраиваться. The question is, Hare Krishna, please accept my humble businesses. Thank you for the lecture. What steps can help us to avoid the desire to live comfortably in this world, to get comfort? Although we know that, we hear that, but it is so difficult to get rid of this desire. Desire to get comfort in this material life, material world. Yes. So, why do we want comfort? Because we're attached to the body. The body wants comfort. The body, the gross body, and the subtle body, also the mind. The mind also likes comfort. The mind likes, you know, some air-conditioned room with the soft lights and the nice music. The mind likes to be in luxury, to please the body and mind. So to overcome that attachment to comfort, we have to become detached from the body. Мы хотим удобной, комфортной жизни, потому что мы привязаны к телу. И это желание и грубого тела, и тонкого тела, и нашего ума жить в комфорте, в комфортной обстановке, с красивым светом, в красивой обстановке и так далее. И для того, чтобы избавиться от этого желания, нам нужно избавиться от привязанности к телу. Therefore, we're recommended to do some austerity, to accept some austerities. It's very good for us, because the tendency is to want to live comfortably, but that comfort, well, that's temporary. Rather, we, instead of comfort, we should be more thinking of the, accepting difficulties. Нам, у нас у всех есть такая тенденция жить в комфорте, и для того, чтобы от нее избавиться, нам нужно принимать определенные аскезы и не стремиться жить удобную жизнь,
а принимать на себя некоторые трудности. So to get away from comforts, we just need to become more absorbed in Krishna's service and become detached from the material situation. Поэтому нам нужно больше погрузиться в служение Кришне и отречься от своей материальной ситуации. Для того, чтобы снизить это желание удобно устраиваться. Okay. There is a short additional question. If a man is a householder, does he also have to live in austerity? Live where? In austerity. Not necessarily, no. You have to understand what is tapasya, what is the austerity. Austerity means to give up sense gratification. Пришел уточняющий вопрос. Если человек семейный, он тоже должен жить в аскезе? Гуру Махарадж говорит, не обязательно. Нам нужно понять, что такое тапасья, что такое аскеза. Аскеза — это отречение от чувственных наслаждений. And one who is practicing some austerity, they will be naturally attached to Krishna. И тот, кто практикует аскезу, тот естественным образом будет привязываться к Кришне. Austerity is destroyed by pride. When we become proud, then we don't want to do any austerity. Аскеза разрушается гордыней. Когда мы начинаем гордиться, то мы не можем совершать аскезу. So pride is one of the qualities of the demons. They're very proud, you know. They don't like to bow down. They don't like to give proper obeisances. Гордыня — это качество демонов. Им не нравится кланяться, им не нравится приносить поклоны почтительные. So a devotee cultivating Krishna consciousness is very careful to keep himself simple and to cut down on the material desire. Преданный, который хочет развить в себе сознание Кришны, он очень осторожен и старается снизить свои материальные желания. To cut down material desires, and what was the first? A devotee who wants to develop Krishna consciousness, he must cut down his material desires. And what was the first condition? Yeah, he must give up pride. И отречься от гордыни. And live without too much material desire. Да, и жить простой жизнью без большого количества материальных желаний. He should be satisfied with whatever is achieved by honest endeavor. Он должен быть удовлетворен тем, чего он достигает честными усилиями. Okay. Вриндаван Лила Матаджи. Хари Кришна, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклон, пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. А у меня такой вопрос. Вот как... Вот у меня частный вопрос, я хотела просто рассказать, и как мне вот
это все, на все это посмотреть. Мы провели здесь, в Биробиджане, публичную лекцию, как фестиваль, такую вот программу для новых людей, ведические знания доступным языком, ну такой вот для молодежи. И вот, конечно же, внутренне мы прошли огромный опыт. То есть внутренне мы, ну и сотрудничество было, и такое вот особое настроение, молитвы. Вот, и ресурсы, конечно же, задействованы. Но внешне не пришел ни один человек новый. То есть мы провели между тем, кто готовил. То есть вот нас четверо было. И я о чем хотела спросить. Вот, Гуру Махарадж, как... то есть аскетично очень для ума. Вот, ну, не вид, как бы видеть, что не сработало. И вот это как-то может, ну, вот сомнения какие-то внести. А продолжает ли что-то делать такое вот в таком направлении? Или как-то, ну, как понять, что Кришна хочет? Харе Кришна. 60, please accept my condolences. There was a situation recently. They held a public program in her city in order to attract some young people to this to Vedic knowledge. But although they had a nice experience and had some cooperation with each other, but the result, no one came. There was no any person who was attracted to this program and to the process of devotional service. So the question is, how to should we go on like that, and how can we go on with our enthusiasm? Because it's some kind of austerity for the mind to see no results in our preaching activities. It is definitely true. I agree with you that we like to see results, but that is due to our material attachment. We are attached to the result. We should be attached to the endeavor. The endeavor is to please Krishna. The results are given by Krishna. We may get result, we may not. We should be satisfied to do service for Krishna. Я согласен с вами, что хочется видеть результаты проповеди, но при этом наше желание видеть результаты возникает из привязанности, в то время как мы должны быть привязаны не к результатам, а к усилиям. Кришна хочет от нас, чтобы мы прилагали усилия ради удовлетворения его. А будет результат или не будет, это решает Кришна. Yes. Okay. Услышали, да, ответ? А то, мне кажется, мне прерывалось. Харе Кришна. Спасибо, Гурудев. Ну, то есть... я помню вот это наставление, что ввязаться к служению, а не к результату. И вот только на этом и держусь. То есть, ну, понимаю, что Кришна что-то другое задумал, что-то хочет другое, чтобы мы отвязались от результатов, наконец-то привязались к служению. Спасибо, Гурудев. Харе Кришна. She said, thank you. I remember your instruction that we should get attached to the process, to the endeavor, but not to the result. And this is the only thing that helps me to go on, because I understand that Krishna maybe wants something else. Just, he has Okay. Yes, good. Ивадишачима, также у вас еще вопрос? Да, есть еще вопрос. Вот иногда приходится видеть, что выражение, ну, вот это слово «вибраламба сева» переводится и как бы разъясняется не как служение в разлуке, а как любовь в разлуке.
Yeah, go ahead. Вы пропали, не слышно. Huh? Was there any question there? Yes, Vatishachi Mataji was speaking, but she stopped. Vatishachi Mataji, вы на связи? Вы замолчали? Vatishachi Mataji, вы здесь? Харе Кришна, да, я здесь. У меня там пропал интернет. Меня я где пропала, скажите? Вот сейчас трансляция с Realme, если это ваш. Да, 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 это мой. А я где пропала, на чем, когда я что говорила? А, ну вот у вас по-английски ваше имя подписано, оттуда пропали. Я говорила, что я, в смысле, по-английски сказала, или уже удалось? Вы первую, но... только первую фразу сказали про Випхалам Хусеви, что это любовь. Да, да, да. Окей, окей, yes. Гуру Махарадж, I will repeat. I'm sorry, this is a disconnection of our my Wi-Fi. Now I'm from mobile phone. So sometimes we will see that Випхалам Хусеви is translated, is understood and explained like not like service in separation, but like love in separation. And what's the difference between these meanings, and is it correct to understand this Vipralam Bhaseva like love in separation? Vipralam Bhaseva means service in separation. That is the mood of the gopis. Вопрос был, в чем разница между любовью в разлуке и служением в разлуке. Випралам Хасева – это служение в разлуке, и это настроение гопи. We want to encourage devotees to cultivate that mood of separation from Krishna. Will give us more desire to be with Krishna, to meet with Krishna. Мы хотим, чтобы преданные развивали в себе это настроение разлуки с Кришной, и тем больше у них будет развиваться желание встретиться с Кришной. We should always be anxious. When will Krishna come? Oh, Krishna's gone. When will he come back? We want to bring him back to our home. Мы все время должны задаваться вопросом, когда же Кришна придет, куда он исчез и когда же он вернется, и как страстно хотеть этого. Where are we? Hare Krishna? Yes. Where are we? Are we, you're supposed to be speaking? I translated your last. Okay. So should we go? Yeah, there are more questions. Yes, from Kladini Mataji. Kladini Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, поклоны, примите, спасибо большое за лекцию. Вот, я хотела такой небольшой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, можно ли слушать истории о святых искон, таких как Джайананда, Гаур-Говинда с вами, Кладини, это очень эмоциональные истории, потом погружаешься, думаешь об этих преданных. Это хорошо? Или как бы, ну и сколько можно их слушать? Ну, вот такой вот у меня просто. The question is, can we hear the stories about the saint persons in ISKCON, like Guru Govinda Swami or Jayananda Prabhu?
because if we are absorbed in these stories, then we can think about it. So can we hear it, and how often can we hear it? Yes, you can hear it, and you can hear it as often as you like. Можете слушать так часто, как хотите. Some of you may like to hear it more, some may like to get more service, intimate. You can go there and be with Krishna, with his devotees. Можете слушать, можете совершать какое-то личное служение. Okay. Okay. Еще вопросы, да? Да, я хотела уточнить, вот о Вриндаване слушать тоже сколько можно. Сколько можно слушать о Вриндаване? Да. Chinese devotees made for you. Dumplings. Just now we had to go and buy buckwheat flour to make this. My parents are very Yes? I didn't hear any question. The question was how much and how often can we hear about the glories of Vrindavan? Well, about the glories of Vrindavan, I answered. I said you can hear as often as you like. You know, the glories of Vrindavan means also the glories of Krishna. Krishna and his abode are not different. They're both absolute. So the glories of Vrindavan, you can hear as often as you like. The more you hear, the better. Вриндаван — это обитель Кришны, и она не отлична от него самого, поэтому слушать о славе Вриндавана — то же самое, что слушать о славе Кришны. Поэтому можете тоже это делать столько, сколько вы хотите. Ювати Шачима, это же еще вопрос у нас. Еще есть, но только есть ли у Махараджа время спросить, а то там его уже зовут, кажется. Гуру Махарадж, do we have time for one more question? Okay, last question. На последний. Окей. Такой, может быть, частный немножко вопрос, но, может быть, Гуру Махарадж немножко поделится впечатлениями. Вот на день явления Шрилы Прабхупады он давал лекции и там рассказывал, что он очень привлекся, он мало общался с Шрилой Прабхупадой частно, но его очень привлекали лекции Шрилы Прабхупады. И он говорил, что он вначале не очень хорошо понимал, о чем идет речь, но постепенно вот это понимание пришло. Может быть, он расскажет, вот чего именно он не понимал вначале, и что вот как бы открылось ему потом, и вообще, какое впечатление на него произвели лекции Прабхупады. Гуру Махарадж, maybe this is some a bit private question, but on the Srila Prabhupada's appearance day, you gave some classes, and you told devotees that you... you hadn't so much association with Srila Prabhupada, but you liked to hear his classes. And you told that at first you didn't understand so much, but then it was more and more clear. It becomes more and more clear. So maybe you can share your experience. What became clear for us, for you, and what was your impressions from hearing, listening of lectures of your Guru Maharaj? Okay, that's a very difficult question. I have to think about that for a while. Maybe we can keep it for another day. Это сложный вопрос, нужно подумать об этом, и давайте перенесем на другой день. Okay, Gurudev. Okay, thank you. Maybe next time we will begin from your sharing. Okay. Oh, thank you very much, Gurudev. Я спросила, может, в следующий раз тогда начнем с того, что Махарадж поделится опытом, Gurudev сказал. Thank you very much, Guru Maharaj. Okay.
All right, so thank you. I will finish here. I have to stop. На этом закончим. Okay, thank you, Madhurya Lila Mataji, for translation. Thank you very much. Thank the devotees for participation. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Спасибо всем преданным за участие.